как будешь учиться в следующем году? Нормально. Как у тебя с мамой, с папой дела? Хорошо. С сестрой как у тебя дела? Ну так. Какие оценки будешь получать? Не знаю. Маленький Сережа через несколько дней пойдет в 7 класс. С началом учебного года его поздравляет Лидия Николаева, инспектор по делам несовершеннолетних. В гости она сегодня пришла не с пустыми руками. Здесь все, что необходимо школьнику. Нравится учиться? Не очень. Почему? Домой много задают. Таких ребятишек, как Сережа, которым не обойтись без нашей с вами помощи, в Красноярске немало. Родителям порой бывает сложно собрать своих детей в школу и купить им необходимые вещи. Обстоятельства бывают разные. Акция «Помоги пойти учиться» дарит праздничное настроение каждому школьнику. С наступающим началом учебного года. Что ты должен в учебном году новом? Учиться. Хорошо учиться? Ты будешь хорошо учиться? Ну вот, принимаю тебе подарок. Как у тебя дела сейчас? Нормально. Лидия Николаева чувствует себя Дедом Морозом. Она знает каждую семью лично и с трепетом относится к каждой из них. Помочь такой семье – это не просто профессиональная обязанность. Это помощь от чистого сердца. Сегодня совместно с общественным советом организована акция в рамках операции «Помоги пойти учиться». И мы будем вручать канцелярские принадлежности детям. Порадуем им игрушки для маленьких. С девочками мы собрали инспекторами вещи для маленьких детей. Сейчас пакет большой отнесем ребятишкам. За день инспектор по делам несовершеннолетних объезжает несколько семей. Сегодня их 4. Не каждого школьника удалось застать дома. Поэтому поздравления и подарки принимают близкие родственники. А это портфель для Сережи. Ну, там, посмотрите, и карандаши, и фломастеры там внутри. Даже шоколадки для детей положили. Никто из нас не застрахован от несчастных случаев. Помочь тем, кто попал в беду, могут не только полицейские, но и любой красноярец. Принести вещи вы можете в ближайшее отделение полиции или же в храм, который находится на территории 20-й больницы. Люди могут приходить и жертвовать. Все будет приниматься и все будет раздаваться малоимущим семьям. Помощь родителям в сборе их в школу, чтобы все дети готовы были к школе у нас. Тот, кто делает добро другим, делает добро себе. Поэтому, если и вы хотите помочь окружающим, делайте добро, и оно к вам обязательно вернется.